Terra Mobile дарит вам возможность купить автомобиль Renault по очень выгодной цене. Первое сообщение диспетчерская служба приняла в ночь с субботы на воскресенье. На улице Родниковой в микрорайоне Михайловка загорелась крыша хозблока. Несмотря на оперативные действия пожарных, баня успела выгореть полностью. Предварительно причиной специалисты называют неисправность дымохода. Второе возгорание было зафиксировано следующей ночью в микрорайоне Косёва на улице Степной. По словам очевидцев, открытым пламенем оказалась объята баня. Огнем она была уничтожена. Причина возгорания та же, что и в первом случае.